То есть здесь какое-то вот дно, как бы здесь есть углубление. Там как будто это ровная поверхность. Будем надеяться, что в этом углублении хоть кто-то живет. Вот так вот. Ага. Поклевка была. Посмотрим. Ну опять ничего, вы представляете? Что ж такое, а? Это я уже не понимаю. Какая красота. Полтора часа я тут провел. Мои жалкие подухи ничего не дали, как всегда. В общем, Дон, ты предал меня в этом ходу. А я предаю тебя. Сейчас поеду на озеро. Хватит уже мучиться. Вчера было две поклевки, сегодня ни одной поклевки, поэтому, наверное, хватит испытывать свое терпение. Людей нету. Не знаю, ну почему-то вообще, ну никаких вообще признаков рыбы я не заметил. На фидер, по крайней мере. Ну ладно, все. Угу. Прудик через год называется. Вот это я половил рыбки. Капец. Как он так высох, я не пойму. А вот достославная река Воронеж. Тоже бесполезно. Бесполезно. Попробовал и на спиннинг, и на донки, и на удочке. Ничего, абсолютно. Вот окунь бьет под берегом. Почему он не берет, я тоже не понимаю. Но больше так и ничего. Ну, у него тут еды достаточно, тут малька много под берегом. Почему крупная рыба больше не клюет? Не знаю, бирючок хоть какой-нибудь, плотвичка. Что за ерунда? В общем, после всех злоключений я наконец-то поймал рыбку. Поймал головля с помощью кукурузы и опарыша. Вот здесь, вот среди деревьев утопленных.
поклюнул хорошо. На донку пока вот была тоже одна поклевка, один раз дернул что-то, достал. И тоже объеден. Опарыш и кукуруза. В общем, вот он голавль. Наконец-то. Я просто вне себя от счастья после всех этих мытарств. На самом деле было очень тяжело мне. Попробуем поставить кукурузу с червем еще. Что будет? Может быть, и неплохо будет. В общем, одну рыбку мне удалось вымучить. Так больше и не было поклевок. Но были какие-то вот незначительные зыбания. А так больше ничего особенного. У людей на той стороне тоже, по-моему, особенно ничем не отличалась эта ловля. Потому что все уже разъехались. В общем, так вот. Тишина и покой. Ну ничего. Хотя бы одного главля я сегодня поймал. Затопленные деревья, в которых рыскает голавль. Но так вот больше почему-то никого я тут не встретил. Ни окуня, ни плотвы. Все очень странно.